Всем привет! Меня зовут Юлия Маркова. Я хочу поделиться своими впечатлениями о марафоне. Вот, наверное, начну с того, что я первый раз участвую в марафоне. Вот, и, в принципе, относительно недавно совсем начала интересоваться вообще темой женственности. Поэтому, конечно, мне было очень интересно узнать вообще, что это, как это, с чем это едят, как это вообще все будет происходить и что мне это может дать. Вот, и... Наверное, я совсем не так себе представляла, как все это будет, потому что мне казалось, что вот сейчас пройдут 2 месяца, мы так все пропорхаем по ним легко и непринужденно, и в итоге станем еще более красивые, возвышенные и женственные. Вот. Но на деле все, конечно, оказалось не так, и, наверное, самый первый момент, который я хочу отметить, это самодисциплина. Потому что я, конечно, очень горда тем, что у меня не было ни одного пропуска, и даже в те дни, когда я устала, уже ничего не хотелось, я была все такая нервная, злая и так далее, все равно я порой себя даже заставляла все равно открывать и писать отчет, и находить еще о чем писать, что тоже немаловажно. Поэтому самодисциплина, это, наверное, было первое вообще, что я отметила, что нужно это делать. Вот, это очень хорошо. Вот, второе, наверное, такой большой пласт, это, за что я могу сказать спасибо, это то, что я сейчас внутри себя по-настоящему чувствую свое достоинство, чувствую вот это вот появилось действительно ощущение того, что я такая целостная, вот, я красивая и я достойная. И поведение становится соответственным, то есть не допускаются какие-то, как сказать, мне всегда казалось, что это уже есть, что здесь ничего менять не нужно, и что как бы, ну, здесь у меня все хорошо, вот. Но когда ты действительно начинаешь это ощущать внутри себя, это ощущение, которое, наверное, невозможно вообще ни с чем перепутать, потому что оно совсем другое. Оно меняет просто кардинально твое мировоззрение, и ты просто иначе смотришь на все абсолютно. Ты иначе себя подаешь, и это очень хорошо потом зеркалят окружающие тебя люди. Вот. И еще, наверное, один момент, который я тоже хочу отметить, то, что я начала действительно себя чувствовать, то, что я красивая. Мне стало нравиться, действительно, у меня каждодневный теперь ритуал – это уход за собой, это украшение себя, подбор одежды. Вот, чтобы выглядеть красиво, я действительно чувствую разницу в ощущениях. То есть, никогда там хватаешь там, с вешалки первое, что попадется под руку, а действительно как-то подходишь грамотно к этому вопросу. Вот, это совершенно другие ощущения, и это невероятно здорово. Это действительно вот из той серии, что это нужно самому почувствовать, чтобы понять вообще всю прелесть происходящего. Вот. И я действительно чувствую разницу, потому что мне стали делать очень много комплиментов. И это очень здорово. Вот, поэтому за это тоже хочу сказать большое спасибо. То есть все начинается с ощущений, с самоощущения. Вот, и оно у меня кардинально поменялось, и это очень здорово. Следующий такой момент – это моя хозяйственная деятельность, потому что раньше здесь были где-то большие, где-то небольшие, но тем не менее проблемы. Вот, и за вот эти 2 месяца я отметила, во-первых, что я очень полюбила готовить. Вот, я раньше готовила, но так, как-то время от времени, а сейчас это стало вообще моим таким хобби. Но это очень здорово, и я просто получаю огромное удовольствие от самого процесса. Вот. И самое главное, я начала с удовольствием убираться. Я как-то вот поймала волну в этом плане, вот, потому что здесь, конечно, раньше было очень все печально, мне это все не нравилось, я вообще не понимала, зачем это и что это так все скучно и неинтересно, вот, но сейчас я как-то по-другому стараюсь на это смотреть, стараюсь действительно делать это с любовью, вот, и совершенно другие ощущения, то есть я перестала стараться сделать все быстрее, лишь бы освободиться, а действительно хочу сделать так, чтобы это было красиво, и
это действительно все совсем по-другому ощущается. Вот. И, наверное, третий момент, о котором не могу сказать, это моя личная жизнь. Вот. Потому что здесь, скажем так, через тернии к звездам, не знаю, кто читал мои отчеты, наверное, не знаю, помнит или не помнит, потому что все началось с того, что произошел полный крах. Вот, крах произошел как раз, опять же, из-за того, что поменялось мое самоощущение, что я неожиданно стала как бы отстаивать свою точку, свою позицию. Вот, вопрос наших отношений, в итоге все разладилось, и как бы все стало сначала совсем плохо. Вот, но тем не менее, в итоге даже как бы эта ситуация сыграла в плюс. Потому что такое ощущение, как будто ушло просто все лишнее, и осталось все только самое главное. И даже с этим человеком сейчас все стало намного лучше, чем было. Вот, и лучшие соотношения, как бы мы продолжаем общаться, и на самом деле все хорошо. И самое главное, что буквально в предпоследний день марафона я познакомилась с новым человеком, с которым мы сейчас как бы начинаем общаться в самом начале, но тем не менее такой хэппи-энд неожиданно получился. Просто на пустом месте, чего я совсем не ожидала, поэтому посмотрим, как все будет развиваться. Ну, как бы такая вот интересный момент, он имел место быть. Вот, посмотрим, чем все закончится. Вот, но могу сказать, что даже здесь в итоге все как бы нормализовалось, и все стало на свои места, и это действительно очень здорово. Поэтому сейчас, наверное, просто из большого объема информации всегда как бы сложно ее структурировать, и никогда не знаешь, с чего начать. И вот марафон, наверное, стал таким вот каким-то структурирующим таким моментом, вот, благодаря которому сейчас как бы наметилась такая вот такой путь мой вперед. Мне, конечно, очень понравилось. Мне понравилось то, что со мной происходило, хотя когда это происходило, мне это не всегда нравилось, но в итоге все стало гораздо лучше, и это очень здорово. Вот поэтому надеюсь, что все изменится еще больше к лучшему, все только плюс пойдет. Вот поэтому спасибо за просмотр, всем любви, всем счастья.